Здорово! Знаете, каждый варгейм-блогер рано или поздно начинает новостную рубрику на своем канале. Блогер не знает, как долго проживет эта рубрика, как народ ее примет, но каждый блогер должен сделать свою новостную рубрику. И кто я такой, чтобы нарушать традиции? Итак, первый выпуск новостей на гранях гика. Games Workshop в субботу открывает предзаказ на три банды из Warcry. Corvus Cabal, Zen Maid и Splintering Fang. Также будут доступны книга и модели инфорсеров из Некромунды. Cool Mini or Not представили новую коробку для Игры Престолов, Герой Ночного Дозора. Шикарные мини. У вердов стало доступно новое ролевое приключение – Obsidian Gate, а также нам показали первого представителя фракции Кимон из The Other Side – Куйлин. Мне нравится дизайн, особенно морда, но поза вот очень топорная вышла. Corvus Belli. Показали четверку героев из Defiance уже в отлитом и покрашенном виде, а также выкатили превью самого Defiance перед Генконом. Подтвердили, что в игре используются кубы, как в Aristeia, и что поле будет модульным. Что ж, ждем Генкон. Warlord Games показала новую миниатюру из вселенной Судьи Дредд. Противостояние, собственно, Дредда и Судьи Смерти. Опять-таки ждем новостей с Генкона. Также готовится к выходу Bolt Action Корея и танк М46 Phantom. Micro Art Studio анонсировала выход бюстов по многим любимой вселенной плоского мира Терри Пратчетта. Бюста сундука, к сожалению, не подвезли. Privateer Press показала геймплей Райта, своего ответа Shadespire и Aristeia. Судя по увиденному, игра классная и напоминает местами Grassmaster Arena. Но вот мультяшно-комиксный дизайн миниатюр меня лично коробит. Night Models показали новые командные боксы по DC Universe, выходящие наконец-то в аналоговом виде. Помимо старых перепакованных миниатюр, мы получили Doom Patrol, причем по оригинальному комиксу, а не довольно свежему сериалу. Помимо этого, нам обещают набор Лиги Справедливости из киновселенной. Мне кажется, Аквамен как-то не очень похож. Что скажете? Парабеллум активно пополняют модельный ряд своего варгейма Conquest, о котором я обязательно расскажу. Awaken Realms, создатели Edge и Nemesis, выкатили новую настольную игру на Kickstarter Etherfields, в которой вы берете на себя роль исследователей мира грез. Красивые миниатюры и арты в приятном сеттинге собрали уже более 3 миллионов долларов, и у вас есть еще неделя, чтобы увеличить эту цифру. Raging Heroes продолжают нас радовать сексапильными дамами, в этот раз фэнтезийными. FFG выпустили новых Дарта Вейдера и Люка Скайуокера в формате «одна коробка, одна миниатюра». Так что если вы хотели их в коллекцию, но не хотели брать стартер, самое время задуматься. И напоследок Hobgoblin Hobbies анонсировали очень лампового тента, от которого прям веет олдовость, такой какой-то приятный и родной. На сегодня все. А если хотите следить за новостями ежедневно, подписывайтесь на клевых ребят из группы Под Покрас, а также на группу Грани Гика ВКонтакте, на этот канал, ставим лайк, стучим в колокольчик, поддерживаем его на Патреоне. Все, до скорых встреч, пока-пока. И отдельная благодарность, кому бы вы думали, правильно, всем тем прекрасным людям, что поддерживают меня на Патреоне, а именно Игорь Козлов, Фидель Пиночетов, Анатолий Джекер Коновалов, Артем Севен Ред, Евгений Мурул Сафронов, Петр Джучи Звягинцев, Волбер, Константин Гиллер Поляков, Антон Милтарион Мальцев, Артем Арт Демиденко, Дмитрий Доктор Педро Мачалин, Тираэль Ворм, Алкан Эгейн, Влад Призрак Иванов, а также Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо огромное!